Всем привет! Мы в Лайдене, провинция Южная Голландия, страна Нидерланды. Люди тут живут, а? Да, он едет. Он стихотворение вот это. Красота. Вот этот мостик хочу. Я смогу тут где-то припарковаться. Кофеантик симпатичненький, да? Стой, оглянись. Давай. Прогулочный катер. Одну взял? Надо было обе. Разберешься? Так а ключи мне дай. Ну иди, иди уже, я тебя там подожду. Хорошо, нажимай. О. Еще раз. Все, хватит.
хватит, у тебя полная, зачем еще? Мусорные баки. Вот сюда текстиль, они под низом, конечно, эти баки. Показано, что можно выбрасывать. Тут что? Рестофал. Это всякий разный мусор. Тут бумага. Вот кто-то уже тут нагадил. Это стекло. Ой, какие будяки. Делают тут дорогу, уже сделали. Там какая-то партия. Студенты, может быть, празднуют окончание учебного года или диплом. Ой, солнышко так выглянуло, да? Эй! Веселится и ликует весь народ. Красивые кусты. Видишь? Ага. Как раз такая погода. Только иди катайся. Ага. Можно арендовать тоже. Машину мыть, пылесосить поеду? Ну, наверное, да. Да? Интересно, в ту сторону это куда? Такой Ситроен прикольный, новый должен быть, да? Видел? Я туда никогда не ездила. Среди дороги садятся, овощи не видела. Сюда можно повернуть. Прикольно, там мост какой-то. Я тоже хочу туда. Давай, собираю. Что-то декомасса, что-то такое. Ну, цветы как красиво сделали. Слушай, хочу развернуться. Спасибо, дяденьки. Где тут этот поворот? Вот тут где-то, да? Круто. Прикольно, куда это надо идти? Вообще я догадываюсь, какой мостик. Очень-очень прикольно. Супер, а? Угу. Ох, какой тут балдеж. Вот тут можно только в одну, в эту сторону. Смотри. Как классно, да? Вот это домики живут здесь, видишь? Будь здоров, Господи.
Смотри, какой домик. Да, да. Это так вот, смотри, как классно. Смотри, какой мостик тут. Да. Супер. Как классно. Тут уже вот такой дворик у них, а там он какой-то ресторанчик. Классно, да? Угу. Ну вот домик, смотри, как достроен. Ага. Ну, хочу туда. Ну, так классно. Сейчас мы же повернули еще раз. Смотри, фабрик Wool & Deacon, где одеяло здесь сделали шерстяные. Как тут классно, а? Да. А, не, нельзя. Не, нельзя. Супер-супер, да, Саша? Да, да. Индийский ресторан какой-то. А там базар. О. А, вот же можно поехать. Боже, как классно! Тебе нравится? Ага. Смотри, вон какой там проходик, да? Ой, тетя прямо чуть не выпала. Где тут не припаркуйся, смотри, как классно, да? Нет, тут тоже нельзя. Вот этот мостик там, наверное, да? О, вот местечко есть. Жутко. А там какой катер. О, тут есть место. Еще и тенечек. Тут нигде нельзя. Это громадный дом, большой такой.
вот этого моста не было, когда я был. Я не помню. Ролстул Фриндела Карута. А как же этот мостик можно на ролстуле переехать? Классный мостик, но это все ступеньки. Welcome to the Zvondar. Раки, видите? А тут, посмотрите, кто-то устроил себе палисадник. Эхинацея. Алиум, декоративный лук. Черешенка. Какая она коричневая. Так, где чистая страница?
А, так там закрыто, я думаю, нужно объехать. Представьте. Ага. Такие вот упаковщики. Ну, каждый на свой кусочек. Ага. Ну, в то же время. Такие фанны, прикольные. Ага. Ну, вот видишь, как это? Ага. Тут двери нет. Ой, какой каштан тут красивый. Здесь, смотри. Морковка. Ну, она тут и такая. Каштаны, смотри, какие уже. Ага. Там новый дом построен, видишь? Ага. А, тут только на велосипеде можно выехать. Да? Ага. И объехать нельзя, где можно? Ой, как припарковался. Не, прикольно. Там свободное место, да? Да. Поворачиваем? Да. Куда-то? Сюда же? Да. Не, не уверена. Ты думаешь? Что, не поймешь, и так машины стоят, да? А, тут все равно не доедешь. Прикольно. Опять все даже. О, этот дядька пересел уже на эту сторону. Он сидел там стаканчиком. Ага. Смотри, какие дома стоят. Ага. Ой, какой велик классный, мужика. Могу я туда? Нет. Супер! Смотри, какой класс. Вот это супер велик. Как тут классно. Пацаны смотрят. Интересно, он сам сделал свой велик? Класс, да? Да. Ах, жалко, поворачивай. Ну что, классно покатались да. По лайдам? Да. Нет, дядя, тебе сюда нельзя, ты куда? Ой, чего я жду? Супер, правда? Да.